Нет, и сбоку дома, блядь, залезть. Не помогает. Это Леха, да, у него прорисовка отключена, как всегда. Он что, на дереве? На 2 метра, походу. А вечер добрый, дорогие друзья, с вами Квантум, с вами Мехакер, с вами Медалист и с вами Такс. И добро пожаловать сегодня Маньяк в CS2. Здорово, пацаны. Привет. Сегодня нас ждет зимняя карта в мае. Будет весело, приятного просмотра. Не забудь про подписку на канал, и это переделка старой карты. Будет весело, не забывай про подписки, напоминаю, погнали! Тут они, блядь, древнейшего формата. Ты нашел что-то? Едрить, я нашел. Посмотри, Алексей, просто выходит. Ой, ой, будка вон, это твоя будка маньяка. Ты посмотри, в такой собаке не живут. Медалист с нее хорошо полез. Мы размер. Я тут нашел кое-что. Вот умеет, я туалеты проверяю, блядь. Давай, давай. Туалеты проверяю. Я слышу, как вы топаете. Вы в доме хотя бы на улице? Да, в доме я видел, только что туда из вас зашел в дом. Блядь, тут игровой компьютер. Покажи мне игровой компьютер, Алексей. Компьютер, иди сюда, показывай. Так, здесь что-то есть. Как ты понял, блядь, что он игровой? Из-за этих... Пацаны, играть, потому что он вот так, да, он справа, да. Не, у меня вообще офигенная кухня, Миха, походу. О, не с этой дореволюционной бабой. Я тебе говорю, это карта с времен 16-го года. Расцвета маньяка. Вот это я понимаю, люди жили тогда. И радовались жизни. Никогда, Данил. Ты сейчас прикалываешься или мне реально к тебе прийти? Отвечаю. Пацаны, графти надо? Лучше, да. Скинешь трейдом или как? Слышали? Где-то там, где-то здесь. А я тут бы разобраться. Она немножко на 1.6 похожа, кстати. Вообще. Миш, ты ломаешь? Нет. Бля, ломаешь. Вот это как будто я. Пацаны, нет. Подсказка. Тут они вообще охренели. Мне кажется, я не найду там вообще Миха никогда. Я, Данил, уже не там. А где ты? What the fuck, мазафак, сука. Где вы? Я вам оставил только что взрыв. Почему нельзя сделать, чтобы граффити не при отпускании, сука, было, а по кнопке? Вы ебанутые псы. О, я нашел застрял. Квантума. Алексей, как? Иди сюда. Вылетай, блядь, я нашел квантумца. Это... Он в такой тупой. А я не могу, не включено. Ты вылетай, говорит. Да, умел бы я. Застрял полностью, Леха? Да полностью, не все, I'm stuck, бразер. Ну все, если stuck, на. Да там в комнате, блядь, сидит какой-то чепушило. Ты... Чепушила, я назвал меня, получается, только что. Ясно. Нет, нет, ты нормально, там в комнате сидел Чепушила именно. А, ну тут, это что, это дом или, блядь, или что это? Это компьютерный клуб. Это, знаешь, это... Пацаны, граффити слышали? Да-да-да, буткемп. На первом этаже вдоль дома идете, там проход открыт. Первый. По дому бегите по первому этажу, пацаны. Вот, кто зашел? Я. Запрыгнул, то в чемоданы. Граффити на стене видно. У него граффити вот здесь на стене. В смысле, здесь еще два дома? Да! Ну граффити-то здесь, нет, нет, Алексей, ну. Да. Это банный комплекс. Думай мозгой. Мозгой. Летел-то откуда баллистика? Явно не оттуда. А чё в тебя летело? А хотя подожди, он мог кинуть на правую кнопку мыши, тогда бы да. Тогда бы вот его можно было бы там обнаружить сразу. Кто куда, а я ухожу. Блять, оба. Данил. Миха, есть куда свалить? Мне есть куда. А мне? Это я не знаю. Ты за ним? Он там же. Он не там же. Он за... Куда? А куда? А как? А что это? Я в какую-то финшахту залез. Да, да, да. А ты где? Что за? Ты в раю? Мне невозможно вылезти. Я в Альпах. Сейчас предлагаю перейти на скинбокс и попытаться поднять новый классный дроп для CS2. На скинбокс регулярно выходят обновления. Недавнее из них это весеннее обновление, где можно получить массу подарков. На скинбокс имеется крутая система бонусов, календарь, где по цифре 31 прячется что-то интересное, и, конечно же, бесплатные кейсы для новых пользователей. Также недавно появился новый гоночный режим, где, открывая кейсы, ты получаешь бонусы, а за бонусы можно получить подарки. Начнем с кейса «Оборотень» за 229. Это Оку первый, смотри, зашел. Давай откроем кобру, потом откроем охотника, а пойдем по нарастающей. Вот, аквамариновая месть, стой, это будет... А, это не она, походу. Это что такое? Это не Оку. Ладно, погнали на охотника, посмотрим, чем нас порадует охотник. За 1290, и я надеюсь, это будет
Ну, это трындец, походу, это не окуп, да? Это же не окуп. Да ладно, ну выглядит красиво прям. Это скинбокс. Ссылки на проект оставлю в описании, также в описании оставлю промокод. Активируется он в этом разделе. Активируя промокод, ты получаешь бонус от пополненного баланса. Ссылки и промо в описании, помни, главное вовремя что? Остановиться. Продолжаем ролик. Данил, этот медвежонок тебе. Если Новый год был, кажется, спасибо, он такой... Его из своего, ну... такой стрёмненький. Было в туалете под рукой. Понятно, погнали, найдем их. Так, они где-то стрейф-стрейф делали. Стрейф-стрейф-стрейф. Все, можно бежать. Ну, я нашел их, прикинь! О, чего? Блядь. За мной, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Я не успел, в они доме одна единица мной. Враждебная. Я была и такая? Да, я думал, мы в нее и***ся. А ты почему на другую сторону? Не того мы за... Я в доме... Сука, блядь. Не того завалили, Миха. Если бы я знал, Миха, что там я бы за Лехой пошел. Куда он убежал? А я не знаю. У него была нычка на 100 тысяч баллов. Меня спрятали нычку на 3 балла. Я тебя спрятал сначала нычку за $5, потом было за 50. У меня есть еще за 5 тысяч. Едрить. А, мы идем в следующую за 5 тысяч сразу. А куда он зашел? Вот в чем вопрос. Ну, дверь здесь была открыта. На крыше нашего дома. Граффити, внимание. Ну, тут открыта дверь. Блять. Я нашел его! Леха, ты хоть двери закрывай за собой по приколу. Давайте выйдем из хаты. Алексей! Стой! Я иду. Стой, не двигайся! Да ну нафиг! Так, что насчет чуда? Пацаны, мы не в основном доме, как вы говорите, сарай. Мы. Бассейн? Да, там рядом с бассейном есть другой дом за забором. Вот мы в этом доме. Не, ну спасибо, хотя бы на этом подсказка. Да вообще мощная. Я вижу тут прекрасное кашпо, а в нем растет банановое дерево нафиг. Возьми на один из них и сядь. Я это оставлю для своего не самого лучшего друга по имени Алихей. Да, точно, точно, точно. После съемок, как обычно. Домик, да? Тут можно серфить. У тебя голеностоп накачанный. Там? Так, и что дальше? А, ему ангелы-то попали. О! Вон они, на крыше, Алексей. На какой? Вот, вижу. Тыкую. Тыкуй. Один остался, один где-то понизу гоняет. Хм. Один надо до сих пор думать. Там наверху. Один не вот вниз. Тыкуй, это не жесть. Есть одна идея. Ну давай, 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 делай, делай. Раз, вы видели два. Дом, в котором я? Вот я в том доме, как и Миша в целом тоже. Леха, трефит на... Серьезно? Там подглядывают. А, вон он. Да-да-да. Сейчас у тебя физика этой КС, блядь. Ты в курсе, что я ее могу? Не надо. Он достает? Ты видел, блядь? Да. Ты че, просто, блядь, в горку? Миха, ты испарил? Да, мне плохо. Ну, за тобой... А, он за тобой. Да нет, давай там какие-нибудь телепорты, блядь, не знаю, там что-нибудь. Дверь не открывается. Вот прям под тебя, блядь. Ай, блядь. Нафиг ты ушел отсюда, Миша, сидели хорошо. Я там застрейфил, блядь. Он застрейфил, тебе залез? Он маятником, он так в одну сторону залез. Раскачался, блядь. А вы по-другому, да, туда попадали? Раскачаем, кто да. С нами будущий, мам. Я в афиге, короче. Вы завалили моего братика, и я остался в его нычке. Пацаны, Алёха, ты пробегал по второму этажу. Что ты за дверь, блядь? Ага. Леха, вернись на второй этаж. Мы должны что-то здесь бери. Это жесть, Леха, слушай, Леха, слушай, тихо. Слышишь? Подчикай ножом. Да не, нет. Беги за шаги, он реально наверху. Слушай. А нет, он там быть не может, блин. Ты не в туалете, а прав? Да я тут дверь не проверил, что Димон. Куда? С Димон встретились. В игре не в туалете. Лобиком, блядь. Тренда, Миха, ты нашел ту нычку. Данила, ты когда в хату входил в эту? Что, какое первое действие сделал? Да, меня Миша пригласил, у меня же свой здесь был, поэтому все нормально. Медалист, куда ты полез? Тебе это не нужно. Дырявые кружки пьешь? Ну не, нормально. Он выбрал дрочёные. Дырявые ложки ест. Хлебает бульёшку. Он там за дверью, за этой вон. Миха. А. Объяснись. Я вот что-то делал. Ага. Почему она не работает? Объяснись, дядь Миш. Алексей, а ты думал, что может быть выпрыгнуть в оконце? И что будет? Нет, и сбоку дома, блядь, залезть. Это нет, нет, и сбоку дома. Это Леха, да, у него прорисовка отключена, как всегда. Он что, на дереве, блядь, сидит? На 2 метра, блядь, походу. Да иди нахуй. Какая прорисовка, блядь. Воу.
Пацаны, подсказку слышали? Я уже в доме в основном. А это не спалено? Это спалено. Ну пофигу. Этаж скажи хотя бы, где слышишь. Первый. Минус первый. Вот здесь. Ты дурак, Миша! Скафу, бля! Минус первый этаж! Я в коммуникации был, пацаны. Минус первый, блядь. Шахту чужую залез. Разработчики, не ставьте вентиляторы, пожалуйста, в комнату больше. О, мы вышли. Вы в доме? У нас... Нет, давай так. У нас все двери открытые. Их не надо открывать. О, реально. Вы в доме, пацаны, или на улице? Ну, слушай, давай так. У нас есть что из предметов интерьера? Давай как-то так, чтобы не спалить. У нас есть плитка. Вот. Так. У нас есть источник воды. Плитка, источник воды, это бассейн? Это что? Сюда проход там есть? Дом, да. Здесь еще дом? Эту карту ты переделали нашел, и сделали сильно больше. Делаем вид, что, блядь, не знали. Ты нашел их? Металлист в бассейне. Бегу. Он убил меня. В смысле, он завалил тебя? Знаешь, когда поставил сложных ботов, они прямой наводкой набежали на тебя. С другой стороны его бегает Данил. Ты офигел валить моего тиммейта? Блядь, это самый шкаф ты выбрал. Блядь, сука. Он, блядь, меньше всех выглядел, ты в него хотел спрятаться? Пойдем, у меня есть еще. А я тут... Ого. И все. Ой, а мы уже ищем? Погнали, Миша, замутим тему. Блин, я даже не знаю, где их искать. Я только что там это делал. Думаю, бля, какая затея дурацкая. Что, ты залезешь, типа? Прыгну. Бежит вдоль забора. Все, уже заднюю дал. Я думал, до конца подождет. Да? Куда тебе? Ох ты, блядь. Лови там. Дикой! Дикой, блядь! Ну нафиг! 5, 4, 3, 2, 1. Приперю рану! Ребят, облом. В доме вышли. На третьем этаже. Здесь есть третий этаж. Я вижу буткемп, вот так вам скажу. Буткемп? Что такое буткемп? Это такое место, где задроты, блядь, собираются, и там много компьютеров стоит. Компьютерные места вижу. А где здесь вообще лестница? Еман, лестница, я как будто бы давайте в Эрмитаж заехал. Если из вас увижу, я скажу. Один вот в этом доме, Данил. Чпохни вот так вот. Ты что там делаешь, блядь? Тут большой дом, мне бы сюда ты. Бегу. Вижу. Выпрыгнул в окно, блядь, царство тебе. Здесь? Вот в этом доме, да. Кто выпрыгнул в окно? Дежурь, нет, Миха, стой! Миша, стой, сюда, иди сюда. Он бежит, он бежит где-то. Сюда встань, где я показал метку. Алексей, да. Они тебя нашли. Да мне похуй. А я Дима охрана, сисурик. Он не спрыгнул вниз? Вон он валит, Миша. Понял. Наваливаю. Ой, да что, куда вы, ребята? Давай. Миша, он на крыше. Он там. Давай. На ночей. Он по дереву пошел. Ой, по забору. Фига там воняет говно. Алексей, ну ты жив. Это хорошо. Это здорово. Это здорово. Миша! А че у меня ХП мало уже, что случилось? Он бежит по забору. Блять, он прозрачный! What? Прикинь. Фак, бля. Может, кто придет ко мне? На буткемпик. На буткемпик. Сука, тяжелого тебя. Блин! Умер! Чё за фигня? Маньяк я или нет? С этого мира. Не получилось этот трюк сделать, сука. Дядь Миш. Они сейчас выйдут, и мы прям на этом паркуре и сляжем. Как обратно вернуться? Не знаю. Мне подсосало. Давайте все вместе его пройдем, а кто не успел, тот погибает. Они уже вышли? Алексей. Неплохо получается. У тебя? Да. А ты где? Спрятался в офигенном месте. Я не на паркуре, Леха. Тут была кнопка. Я вижу надпись, вижу детскую площадку, вижу елку. Надпись, вот такой, да? Абентюрспи плац, натурпарк. Бомба. Подсказку кину, Лех. Медалист. Я пока, блядь, настраиваю стрим. Хорош. Еби их один. Скоро, Данил. Подсказку слышал, Леха? Да, слышал. Я знаю, что ты... Подсказка. Житель. Вот здесь? Нет. Что это за магия?
Давай. Вот это вот здесь звуки были. Запрыгните оба в этот домик. Не, запрыгните обратно, направо, Димон, запрыгните в стену. Запрыгивайте вот это, оба. Блядь, это квантумец, он нам так чешет, блядь, сейчас. Да. Запрыгни. Да, блядь, нет смысла, ноль. Туалет чекнут. А, напротив. Звук напротив был. Блядь, это фейковый шаг или настоящий, не понимаю. Это жестяк. Мне кажется, здесь, блядь, где-то, вот в этой части. Да это фейковые шаги, беготня это не настоящая. Ну слушай, я сейчас иду. Ладно, не подсказывай. О, вылез, блядь, снизу. Вот тут где-то был, вокруг домика, что ли. Чё? Вылез снизу он. Я в офиге просто, Миха. Я не понял, бля, он куда-то съебал. Это трындец. Он вылез вот отсюда, смотри. Я причем чекал пол, но не чекнул здесь. Я в офиге просто. Гениальная фигня произошла. А, вот он. Да, но проблема в том, что его там не зарежешь, но... Подсесть попробуешь? Подсесть? Это телепорт подстать. Был. Попробуй подстать. Чущим это, Мих, 27 секунд. Давай, хотя бы его зарежем. Выживи, Миха, я тебя дымок кину, да. Дымок. Помог? Ты в меня попал, блин. Нормально. Миха выжил, красава. Мы выжили оба два. Нет, не выжил. Зрителям, как обычно. Да. Обман кругом. А я выжил. Ребят, ну что же, на этом все. Это был Маньяк КС2. Как тебе серия? Пиши в комментариях. Не забудь про подписки на канал. Всем пока и до скорых встреч. Пока.